Здарова, ребята, с вами Рэти, и мы продолжаем проходить игру Доки-Доки. Юрий тоже согласно закивал. Да. Тогда меня не удивляет тот факт, что в клубе так мало людей. Наверное, тяжело создавать новый клуб. Можно и так сказать. Немногие люди жаждут вкладывания все силы в создание чего-то совершенно нового. Особенно если что-то не привлекло сразу твое внимание, как в нашем случае литература. И тебе приходится много работать, чтобы донести до людей несколько... может быть веселое и благодарное занятие. Поэтому школьные мероприятия, такие же фестивали, очень важны для развития клуба. Я уверен, что до выпуска нового мы сможем сделать этот клуб больше и популярнее. Мне кажется, то, что это что-то не то. Мне что-то не нравится ее голос. Думаете, девочки? Согласна. Мы сделаем все, что в наших силах. Еще бы. Все с энтузиазмом согласились. Такие разные девушки, но у всех одна цель. Моника, наверное, приложила немало усилий, чтобы найти их троих. Думаю, именно поэтому они и так делились новостью о пополнении стола клуба. Ой, я что-то прокрыл. Ладно. Слушай, Рэти, а что ты обычно читаешь? Читал последние годы. Мне такой вопрос поставил в тупик. Мангу. Я про себя как бы шутку. Нацуки вдруг резко дернула его головой. Похоже, она хотела что-то сказать, но так и не решилась. Видимо, ты не из книголюбов. Ну, я могу измениться, что я снесу, что я несу. Я выплел это недавно, как только увидел печальную улыбку Юри. А что насчет тебя, Юри? Так сразу трудно сказать. Юрий повел пальцем по краю чашки. Больше всего я люблю романы, в которых описываются глубокие и сложные фантазийные миры. Искусственное описание и творческие размах у них просто невероятен. А история происхождения в параллельных вселенных затягивает тебя в голову и дарит массу впечатлений. Да неужели? Было видно, с какой старой Юрий рассказывал о своих любимых книгах. Первое мое впечатление о ней сложилось как застенчивой и скромной девушке, но видимо, видя, как говорят ее глаза, я понимаю, что ей куда комфортно среди книг, чем среди людей. Ну, вообще-то, мне много что нравится, еще меня сильно будет. Увлекает история с глубокой происхождением составляющей. А разве не
разве не поразительно, как писатель может воспроизвести недостатки у тебя воображения, чтобы вызвать цель, гамму эмоций? А еще в последнее время я читал много книг в жанре ужасов. А я тоже читал одну такую. Я вообще не ухватил хоть за что-то, чтобы поддержать разговор. Знаете, ну ужас. Иначе Юрий с таким же успехом могла бы разговариваться с Тенкой. Правда? Никогда бы не подумала, что тебе нравится жанр. Чтобы такая точная девушка, как ты. Да, возможно, это выглядит необычно. Но если истории заставляют задумываться или относить меня в другой мир, я не могу просто оставить ее на полке. Сюрреалистично, хорошо. Зачастую меня твой взгляд на мир, пусть это примерно и длина всего мгновения. Уф, ненавижу ужасы. О, и почему же? Ну, я просто взглянул на Цкина, долю секунды встретился с моим. Забудь. Точно, ты ведь больше любишь писать о милых вещах, правда, Нацуки? Что? Чего ты это взяла? Ты оставила черновик с записями после последней встречи клуба. Судя по нему, ты писала стихотворение под названием... Не говори его вслух. И отдай черновик. Хорошо, хорошо. Хи-хи, твои всякие стихи. Так, я не помню, ее дразнят по полной или восхваляют, я не помню, да? Что бы ты ни сделал, все выходит таким же миленьким, как и сама Нацуки. Сайори подошла к Нацуки сзади и обняла ее за плечи. Но по картиночке это не видно так. Я не миленькая. Нацуки, ты пишешь стихи? А, ну, иногда. Тебе-то какая разница? По-моему, это круто. Прочтешь мне как-нибудь? Нет уж. Нет уж. Нацуки отвернула, бегая взгляд. Они тебе не понравятся. А значит, ты еще не уверена в себе, писатель. Я понимаю, что чувствует Нацуки. Чтобы поделиться такого рода произведением, нужно... Нечто большее, чем просто уверенность в себе. Истинная форма творчества – социальное посвящение самому себе. Тебе должно быть желание открыто своему читателю, раскрытое перед ним своим собственным слабостями и самыми потайными уголками сердца. Тебе ведь тоже есть писатель опыта, верю. Верно, Юрий? Приходите бы нафиг снова. Пожалуй. Может, если ты поделишься с нами своей работой, ты заставишь показать пример? Нет. Кажется, у Юрия те же сложности. Хочется прочесть стихи девчат. На пару секунд в комнате повисла тишина. Хорошо. Ребята, у меня идея.
по одной стихотворению. На следующей нашей встрече мы можем поделиться с остальными. Так все будут в разных условиях. Да, давайте и так поступим. К тому же, раз у нас появился новый член, что это поможет нам узнать друг друга получше и укрепить наш вуз. Ясно, ты хочу мне. Братья, ты согласен? Моника снова одарила меня теплой улыбкой. Постой, есть одна небольшая проблема. Этими девушками, как я могу принять взвешенное решение в виде их реакции. К тому же, если написать стиху, то цены, которые нужно заплатить, чтобы каждый день проводить в компании четырех красавиц, кроме этой. Так, ладно, я решил. Я вступлю в литературный клуб. Одна за другой девушкой просияли. Ура! Я так рада! Сири крепко обняла меня и запрыгнула от радости. Эй! Ты на секунду меня по-настоящему напугал. Завершить нашу встречу. И не забывай сегодняшнее задание. Написать стихотворение к нашей следующей встрече, чтобы мы все могли друг с другом поделиться. Моника обратилась ко мне. Рэйти, я с нетерпением жду твоего творчества.
Любишь село, которое по-вашему пойдут? Нравится вам девушка с той девушкой, которая больше всего понравилась ваше стихотворение, вас может произвести что-то. Так, нам надо выбрать выбор, чтобы у нас что-то получилось, да? Давайте. Как же без этого? Червонец, кто еще? Пушистый, я. Чего же у нас же получилось? Доброе утро, Рэти. Я рада, что ты от нас не сбежал. Ха-ха. Она... Я бы сбежал бы! Блин. Мне уже что-то не по себе. Блин, нафиг его ход послать. Не, я бы так бы не поступил. Может, от меня это позвучит странно, но я даже... Я держу свои слова. И вот я снова в литературном клубе. Я пришел последним, так что в клубе уже бурлило 19. Спасибо, что сдержал обещание, Рэти. Надеюсь, для тебя это не слишком тяжело. Прямо. Ведь так сразу окунуться с головой в литературу, когда ты к ней еще не привык. Ой, да брось с ним так нячиться. Сайори сказал мне, что ты вообще не собирался вступить ни в какой клуб в этом году. И в прошлом тоже. Не знаю, планируешь ли ты просто походить сюда, чтобы убить время. Ну, если не будешь воспроизводить нас всерьез, можешь сразу проваливать. Боже, Нацуки, ты так высокомерно говоришь о своем полке в кладовке, о своем манго, я забыла.
Кажется, Нацуки застряла где-то между словами Моника и манго. Манго тоже литература! Уничтоженная одной репликой Нацуки, он вернулся на свой стул. Не волнуйтесь, девчата. Она эти всегда старается изо всех сил, пока ему весело. Он часто помогает мне с тяжелой работой, и мне даже не приходится просить. Готовка, уборка моей комнаты. Он такой благодарный. Благонадежный, чего? Так, во-первых, я не понимаю, к чему сейчас она носила это всему. Это звучало как-то не по себе, блядь. Все потому, что Сайори что-то по твоей комнате словно ураган прошелся, и мне это раздражает. Свой дом ты вообще однажды чуть не спалила. Правда? Вы и правда очень близкие друзья, не так ли? Я даже немного завидую. Чего, ты и Рэти тоже может стать хорошими друзьями? Так, ребята, вот сейчас приостановимся и, конечно, через следующую серию продолжим этот диалог. А так, спасибо за просмотр, ставьте лайки, что хотите, то и ставьте. Комментарии тоже можете оценить, как говно, не говно, класс, не так уж. С вами был Рэти, и до скорого.